Христианам из сектора Газа власти Израиля в этом году не выдают путевки на паломничество в Вифлеем и Иерусалим на Рождество, ссылаясь на правила безопасности, передает Седмица со ссылкой на Catholic News Agency. Иерархи местных христианских церквей обратились к израильским властям с призывом отменить решение, запрещающее выдачу рождественских путевок, по которым многие годы сотни христиан из сектора Газа совершали паломничество в Вифлеем, Назарет и Иерусалим. Израильские чиновники объясняют запрет нуждами обеспечения безопасности, сообщает Reuters. Христиане Газы могут выезжать за границу, но не в Израиль и не на Западный берег. В настоящее время в секторе Газа осталось лишь около 1000 христиан, в основном прихожан православных церквей. А еще в 2012 году их тут насчитывалось около 4500 человек.